Здание гимназии номер 23 перестало функционировать в 2019 году. Детей перевели в соседние школы. За 4 года бесхозное помещение пришло в ненадлежащий вид. Стены облюбовали уличные художники, стекла побили вандалы. Жители выступили с инициативой провести реконструкцию здания учебного заведения. Как мы можем видеть, да, о том, что у нас здание находится не в очень хорошем состоянии, ну, это мягко говоря, да. Соответственно, капитальный ремонт, ну, просто необходим для разгрузки нашего комплекса, для того, чтобы детей можно было предоставить места в 23-й гимназии. В этом году проект попал в народную программу партии «Единая Россия». Шансы на то, что здание реконструируют уже в следующем году, существенно возросли. Оценила грядущий фронт работ первый заместитель главы Химок Кристина Мадатова. Вместе с представителями администрации и родительской общественности они совершили обход здания. Здание 77-го года. За время эксплуатации оно сильно износилось и физически, и морально. И требует, конечно, капитального ремонта. На данном этапе идет включение в государственную программу капитальных ремонтов. Планируем включение в программу на 2023-2024 год. В планах модернизация помещения, увеличение количества кабинетов и оснащение новейшим оборудованием. По итогу около 700 школьников смогут пойти учиться в новое здание уже с 1 сентября 2024 года.